Здравствуйте, друзья. У нас вопрос из ряда таких вот. Если я приеду в США, смогу ли я? Вот такая тема. Человек спрашивает, смогу ли я, имея там, 1120. Свет, ты мне понадобишься для ответа на этот вопрос. Я хочу, чтобы ты тоже слушала. Значит, смогу ли я покупать вот эти вот фиксераторы, да? Угу. Такие домики, не то что на снос, но так, для ремонта. Непригодные особо для жилья. Покупать вот такой фиксер-аппар, ремонтировать его, продавать, зарабатывать на этом какие-то деньги. И вот это как бы мой бизнес такой. То есть этот вопрос у него еще связан с тем, что он говорит о легализации в США на этой основе. Я понимаю, что визовые вопросы – это не твои вопросы, но давай мы вот о чем поговорим. Допустим, человек уже приехал в США, вот он даже грин-карту выиграл. Вот он выиграл грин-карту, у него есть с собой 120 тысяч. Он, может быть, даже профессиональный строитель и перестраиватель, там, бог знает чего. Вот ты считаешь, может такой человек, пусть даже он грамотный, со 120 тысячами делать такие вещи в США? Я думаю, что, во всяком случае, не тогда, когда он только прилетел, слез с самолета и побежал что-то покупать, потому что вылетит в трубу на раз просто. Света, это очень интересное заявление. На чем он вылетит в трубу конкретно? Вот что, я где он проколется? У нас очень своеобразный рынок недвижимости, да? При всем при том, что на Силиконовой долине все очень дорого, да? Отъехал 2 часа, а там уже все дешево. А человек, давай, пусть он в Сакраменто купил. Дело не в этом. Дело в том, что человек, который не понимает вообще, а это рынок, то трудно эти механизмы, даже зная и живя здесь, да. Ты никогда не знаешь, например, покупаешь ты дом сегодня по хорошей цене, или завтра будет цена еще лучше, или ты купил, а потом все жахнется. У нас люди, которые живут здесь по 20 лет, пытались это делать и попадали в просак, то есть они вкладывали деньги в перестройку и потом не могли продать за те деньги, за которые хотели. Безусловно, очень многие люди потеряли кучу денег на таких операциях. Ну, конечно, это дело правда, в том, что да. Это бывает с оказией, да. Очень важно хорошо купить. Да, вот был период, когда очень много было у нас форкложер, закрывались это самое. За долги продавали банкам, да, и тогда некоторые реал-эстейт-агенты скупали это все как бы по дешевке. Понимая, что они быстро не продадут. Да. Они держали это до лучших времен. Кто-то держал, кто-то это самое ремонтировал сразу, но во всяком случае ремонт, это да, хорошо, когда его делают дешево, да, но, во-первых, у нас рабочая сила очень дорогая, и один человек не в состоянии отремонтировать целый дом. Нет, он должен нанять кого-то, конечно. Но как только речь идет о нанять, то цены у нас высокие, у нас рабочие. А вот Сакраменто, там же подешевле. Там немножко подешевле, да, но в Сакраменто история такая, что когда мы только приехали 25 лет назад, говорили, вот все знакомые там скупили дома в Сакраменто, там буквально 30-40-50 тысяч, а в это время, когда мы приехали, была рецессия, и все очень сильно упало. И они сидят с этими своими домами, не могут продать. То есть даже за такие, в общем-то, небольшие деньги люди попали и не смогли продать, не смогли их отдать. Даже 20 лет назад. 20 лет назад. А сегодня цены большие, 120 тысяч – это очень маленький начальный капитал. Я бы не совалась сразу. Почему? Потому что, во-первых, нужно знать, что покупаешь. Да, и это главное, потому что важно очень хорошо. А где взять опыт? Вот как даже он должен набраться опыта этого? С экспириенсом только. Да, опыт приходит с экспириенсом. Да. Да. Но дело в том, что еще у нас же все нормы регулированы. В каждом сити отдельно. Каждый город имеет свои эти самые нюансы. Поэтому человек, который только что слез с самолета и умеет строить дома в России, совершенно не значит, что он легко и быстро построит дом здесь. А вы себе представляете ситуацию, когда он строит, а к нему приходит инспектор и говорит, это не так, и это не так, и это не так, и я не принимаю. А знаешь, давай я хотел рассказать случай. У нас есть знакомый, он в дорогом месте, он уже давно заработал много лет, у него уже было много денег. И он, значит, купил дом на перестройку, так? И, значит, купил он его так, что его надо было сносить. И он дом-то снес, а разрешение специального на снос он не брал в сити, а положено брать. А потом он пошел в сити, значит, разрешение на строительство получать. А ему говорят, а как же ты можешь строить, если ты не снес? Он говорит, так я уже снес. Но дальше это было, я не знаю, сколько у него год жизни ушел на то, чтобы они снесенный дом согласились посчитать. Ничего подобного, никто ничего не согласился, это не наш знакомый, это случай я сама лично видела. Расскажи в сити.
Пришел человек, действительно, он без пермита снес дом. Потому что, чтобы снести дом, нужно отдельно получить разрешение на снос, да. Выключить, отключить по всем правилам электричество, воду, отключить да. газ, воду и так далее. И только потом Сити говорит, ну, теперь ты уже можешь сносить. Он снес, и ему не давали разрешение строительства. Да. И там получился вот это, то, что у нас называется «Качество не то». Он не мог начать новое строительство, потому что ему не давали разрешение, не мог снести то, что уже было снесено. Да. И он вынужден продал участок за какие-то копейки, потому что вот в такой ситуации следующий человек тоже ничего не мог. Я не знаю, что там произошло дальше с этим участком, но Сити жестко стоит. То есть вот такой случай. И взяток все Сити не берет. То есть нельзя ему дать взятку, чтобы он закрыл глаза на это. Я вам расскажу случай. Вот Саша Новоселов, который у нас на канале часто выступал, с которой потолки натяжные. Я помню, он много лет назад взял большой участок земли и строил там какое-то количество таунхаусов. А я как раз страховал ему все это хозяйство, тогда занимался страхованием. И я помню отлично все это место. Я когда ему говорю, ну как это вся операция, как это все? Он говорит, ты понимаешь, какая-то история? Вот он ставил какой-то громадный дуб, ну такой, знаете, в 4 обхвата. И они имели в виду, что на этом месте будет стоять еще один таунхаус. А им запретили, то есть у них был проект, у них был расчет, у них были все дела. И получается, что они как бы не досчитались вот прибыли с одного из этих, вот там, может, их было 8, должно было быть 8, осталось 7. Вот тебе сразу, значит, раз 14% там прибыли минус. Поэтому, понимаете, много деталей. Так это опытные люди. Саша-то 30 лет уже живет. Понимаете, поэтому. И не просто 30 лет живет, он занимается много-много лет этим всем, и тоже бывает нарвешься. Поэтому очень важно понимать, что когда вы берете что-то на перестройку, деньги в основном львиная доля денег сделается в тот момент, когда вы покупаете вот это вот. Если вы удачно купили, допустим, на 50 тысяч дешевле, чем рыночная цена, грубо говоря, это бывает. Вот вы эти 50 тысяч заработали, если вы взяли по рыночной цене, то есть, ну, грубо говоря, сами, не сами, а вот нанимали кого-то, значит, это ремонтировали и так далее, то вы по рыночной цене его продадите, и я сомневаюсь, что что-то наварите, если продадите тут же. Тут еще есть момент. Да. 120 тысяч – это не такой большой оборотный капитал. Это совсем маленький. Значит, если человек должен строиться, да, у него должны быть деньги на строительство отдельно. То есть, может быть, он ремонт имел в виду. Нет, ну хорошо, ремонт все равно. Он же должен купить сначала недвижимость. Да. Если он только приехал, у него нет кредитной истории, нет работы. Ему если он еще иностранец, у него нет разрешения вида на жительство, он может только на кеш купить. Да, значит, если он покупает на кеш, то 120 тысяч – это вообще ничто. А ему нужны деньги еще на строительство отдельно. Поэтому, в общем, тут я бы не рисковала и... Поберегла бы деньги? Да. Следующий момент. По крайней мере, нужно немножко так понимать, получить представление вообще о том, что здесь происходит. Я думаю, вы вот чего сделаете. Мы к товарищу непосредственно обращаемся. Вы приезжайте себе так и скажите себе, главная моя задача – это легализация, то есть получение права на работу, грин-карты, и вот этим я занимаюсь. И пока я этим занимаюсь, я не думаю о бизнесе, я не думаю о том, чтобы инвестировать там и жить на проценты, а я просто работаю, я познаю действительность, так сказать, своим трудом. И если я хочу после получения грин-карты получить лицензию контрактора там, или риэлтора, и покупать дома, продавать дома, ремонтировать там и так далее, то я лучше поработаю в этой индустрии. И пока вот, суть-то дело, пойму ее получше изнутри, посмотрю, как люди это делают. И тогда вот уже, поднабравшись опыта, значит, когда начну сам делать, начну зарабатывать, а не спускать деньги в никуда. Да, может быть, вот человек хочет делать, у нас называется флипперс, да, вот эти дома, которые... Флипперы, которые быстро продают, да. Но дело в том, что действительно у нас там из 10 миллионеров, 9 миллионеров стали на реал-эстейте. Имеется в виду? Я сейчас скажу. Да. Значит, имеется в виду, что человек, например, покупает себе дом, да? Да. Что-то там немножко подделывает, не радикально, живет в этом доме, семью содержит и так далее, проходит время, глядишь, опа, у нас цены тут действительно выросли, наверное, там, не
знаю, 10 раз уже за эти прошедшие 20 лет. Глядишь, и получилось много денег. Ну, да? Раз 7-8, да. Да. Если и дешевые пробки. Это самое. Получается такая история, что если не сразу, да, то есть постепенно, не вкладывая много денег, то есть купив себе недвижимость, через какое-то продолжительное время эти деньги вернутся. Но он ничего специально не делал, чтобы наварить, он просто жил. Да. Понимаете, поскольку оно выплатилось за это время, и цены выросли. Такая история, что мы снесли дом и построили новый дом, и прожили в нем после этого еще 7 лет, а фактически ту прибыль, которую мы получили, могли бы ничего не делать в этом доме. Да. Жить бы в старом доме, мы получили бы ровно ту же сумму денег. То есть в кармане осталось бы ровно столько. Да, поэтому я бы не советовал. Но мы, так мы жили там 7 лет в хорошем доме. Нет, это другое дело. То есть мы как бы не жили, там мы ничего не потеряли, но поскольку нам нравилось этим заниматься, мы получили некоторый опыт и так конечно, далее, так далее. Конечно. Но с чисто финансовой точки зрения, как финансовая операция, это не оправдало себя. Ну, то есть это не оказалось инвестирование в строительство дома вот в тех обстоятельствах и в тот момент, когда мы его продали. Может быть, если бы мы через 3 года продали, может быть, мы бы больше. Тут же никогда это не знаю. Зависит знаешь, от момента, да. Так что это сложный бизнес, это непростая штучка. Пришел, там, подкрасил и продал на 2 раза дороже, нет. Вот если человек такой увлеченный строительством, пожалуйста, в Америке натяжные потолки еще нигде не стоят практически. Вот Алекс пытается этот бизнес раскрутить. Пожалуйста, приезжайте, берите себе там территорию, стройте, ставьте потолки. Это целый. Я думаю, что этот бизнес через лет 5-7 будет бумировать просто, потому что здесь еще этого нету. Светик, тут есть тонкость. Одно дело, ты в существующем направлении просто берешь подряды какие-то, вот, допустим, ремонтируешь, продаешь, или ты красишь, или ты крышу кладешь, или ты водопровод делаешь. Ты всем нужен, все понимают, что ты делаешь. Или ты должен с нуля начать делать бизнес, который никто не понимает, зачем этот бизнес. Это из другой стороны. С другой стороны, не нужно быть ни лицензированным человеком, ничего, потому что это идет по разделу интерьер-дизайн. Ну, не хорошо, Светлана, давай мы вернемся к вопросу визовому. Значит, я не думаю, что каким-то образом можно на этом основании легализоваться. И я думаю, что и не надо на этом основании легализоваться. Слава богу, сейчас есть кое-что другое, и мы часто показываем. Вот мы с Андреем Романенко делали сюжет. Мы с ним сделаем на днях еще, я не обязуюсь, там какие-то сроки, не могу сказать какие. Мы сделаем с ним еще про бизнес-эмиграцию. Это отдельная тема, он хочет отдельно поговорить. Поэтому... Но в общем и в целом я бы сказал, хочешь легализоваться, ищи другой путь, потому что даже если бы там был какой-то свет в конце тоннеля, я считаю, что это в 10, там, в 100 раз сложнее, чем то, что сегодня есть на руках, так сказать, вот те пути, которые сегодня есть. Счастливо и спасибо всем, кто с нами был.